сегодня 10 лет нашему кинотеатру «Голливуд». Кинотеатру, которого любят хабаровчане, кинотеатру, который имеет своего зрителя. В общем-то, кинотеатру, наверное, все-таки в своем классе сегодня один из лучших в нашем городе Хабаровске. Поздравляю всю команду кинотеатра «Голливуд» с десятилетием. Поздравляю самый, наверное, уютный кинотеатр нашего города. Поздравляю людей, которые вложили в него душу и сделали его вот таким, какой он есть. Очень теплым, очень уютным кинотеатром, в который приходят наши гости и чувствуют себя, не знаю, как дома. Я поздравляю прекрасный кинотеатр «Голливуд» с его десятилетием, с этим юбилеем. Поистине, наверное, самый шикарный кинотеатр в нашем городе. 10 лет – это очень крутая дата, это юбилей. Желаю вам еще больше зрителей, еще больше премьер, еще больше интересных фильмов, чтобы приезжали звезды, и вот здесь вот на красной дорожке ходили Мел Гибсон, Анджелина Джоли, может быть, даже Памела Андерсон. Редакция журнала «Дорогое удовольствие» поздравляет наш любимый кинотеатр «Голливуд» с первым юбилеем, десятилетием. Мы желаем уюта, комфорта всем любителям города Хабаровска, которые могут провести прекрасное время в кинотеатре «Голливуд». Ну и самому кинотеатру, конечно, голливудского шика, хороших фильмов и добрых зрителей. Спасибо вам за то, что вы посещаете «Голливуд», за то, что вы его понимаете и за поддержку. Спасибо. С днем рождения, кинотеатр «Голливуд». С днем рождения. «Голливуд», мы тебя любим. Только успеха и только самых лучших гостей.